Официально всего за пару месяцев ворваться во все чарты нашего шоу-бизнеса, то это точно Тима Белорусских. Через пару дней он выпускает альбом, и мы узнали, каким он будет. У тебя выходит альбом буквально на днях. Расскажи, какой он будет. Душевный, не знаю. Мы просто вложили в него много своих сил, много своих чувств. Как бы вот такой оно будет. Наш. Какой трек из этого альбома для тебя самый личный, самый, может быть, искренний? Наверное, песня SOS. Когда-нибудь услышите, поймете потом все. Как писался, как работа проходила? Писался, не знаю, с большего в дороге, текста писались, то есть вдохновление как раз-таки прошло вот за счет всех этих туров, концертов, как раз-таки за счет того, что вот в жизни поменялось, как бы, все. На какие треки планируются клипы, если планируются? Я больше не напишу. Пока что единственное, которое уже прямо сценарий написан, и все. Ну, пока что так. С кем поработать бы хотелось? Не знаю, как бы прямо что бы хотелось. Не знаю, как по мне, дуэт, фит и прочее подразумевает собой какое-то личное знакомство. Как бы если уже писать песню, надо быть лично знакомым с человеком, как-то пару дней с ним хотя бы пообщаться, там, решить вообще, там, я не знаю, поугарать даже, и, вот, и прийти к тому, что мы вообще хотим записать. То есть просто там сделать фит. О, чувак, ты популярный, я популярный, может, чем-нибудь сделаем там, и не канает. Надо делать все круто. Еще буквально полгода назад работал официантом, и сейчас на тебя свалилась вот эта слава, внимание. Как вообще, успел осознать уже это или еще не пришло? Да, тут выбора как бы не остается, когда каждую неделю у тебя какая-то движуха, ты куда-то улетаешь, где-то ты идешь, тебе подходит альбом, там что-то все время как бы понятно, что мне это все еще чуждо было еще до недавнего времени, как бы сейчас все равно стараюсь как-то держать себя в руках, конечно. Круто, круто. We'll be right back.